ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні в цій студії про енергоефективність. В Одесі відбувся семінар, на якому підіймали вопроси впровадження енергосервісу і взагалі питань заощадження електроенергії, теплової енергії. В гостях у мене один із спікерів семінару, представник, голова Савранської РЕОДА, навіть так, Олександр Хапотніковський. Вітаю, пане Олександре. Ви приймали участь в семінарі не просто так, а як людина, яка в своєму районі вже не один рік впроваджує механізми, вирішує питання заощадження різного виду енергії. Як це у вас вдається? І розкажіть, будь ласка, про цей семінар, які питання підіймали там. Здравствуйте, Віталій. Здравствуйте, уважаемые зрители нашей передачи. Да, действительно, сегодня состоялся семинар, знаковое событие в сфере энергоэффективности и в жизни Одесской области, в частности. Приехали ключевые спикеры госэнергоэффективности, которые уже много лет занимаются продвижением энергоэффективной повестки дня вообще в целом Украине. И, в частности, они уделяют внимание проведению таких тематических семинаров в регионах, в областях, для того, чтобы более доступным языком объяснить, что же такое энергосервис, теплые кредиты, энергомониторинг, завязать необходимые контакты, скажем так, заразить, в хорошем смысле слова, заразить вот эти энергоэффективные идеи ключевых действующих лиц на территории области и привить им какие-то новые стандарты введения жилищно-коммунального хозяйства или управления коммунальной собственностью. Вот такой семинар сегодня состоялся, он уже не в первый раз проходит в Одесской области. Сегодня основными панелями были это энергосервис, как я сказал, теплые кредиты, энергомониторинг. Собрались в большом зале представители различных районов, отвечающие начальники образования, культуры, сферы здравоохранения, ответственные по жилищно-коммунальному хозяйству. И, собственно, им было презентованы те модели, которые существуют на данный момент. У меня была возможность представить практический опыт, который есть у нас на базе Савранского района. И я вам хочу сказать, что повторение проведения регулярных семинаров является крайне важным. Казалось бы, повторяются где-то одни и те же темы и доносится одна и та же информация. Но даже сегодня, выступая перед большим залом, я обратил внимание, что несмотря на то, что тема энергоэффективности уже давно не сходит с передовиц новостных лент, я увидел в глазах многих и коллег, и других представителей районов, что какие-то базовые вещи все еще непонятны. И поэтому информационная работа в этом отношении мне представляется крайне важной. Так, є якісь нерозуміння, але взагалі є розуміння у ваших колег на Одещині, що опалювати повітря вже не цікаво і не потрібно, і навіть дещо приступно, коли потрібно заощаджувати кошти. Освітлювати потрібно також як якісь там конкретну площу там шкільного кабінету чи там аудиторії. Це розуміння є у наших співгромадян і керівників? Вы знаете, мне кажется, что это понимание сейчас как раз формируется и приходит. Объясню, почему оно с определенным опозданием. Если раньше возьмем, к примеру, самую такую сложную сферу для любого бюджета, сфера образования, как правило, это всегда множество объектов коммунальной собственности, которые нужно отапливать, содержать и тратить колоссальные средства для их функционирования. Если раньше на отопление, на энергоресурсы выделял государственный бюджет, и, собственно, не было никаких стимулов для местной громады пытаться сэкономить, уменьшить потребление, то с тех пор, как субвенция более не поступает из государственного бюджета, а это все полностью покрывается за счет местного, только тогда начали местные власти задумываться, что же мы можем сделать для того, чтобы уменьшить эти огромные астрономические суммы.
Но я вам могу сказать, от понимания того, что этим нужно заниматься, до той стадии, когда мы начинаем этим заниматься, как правило, проходит очень большой промежуток времени. И не все могут трансформировать свое понимание необходимости изменений в какие-то реальные действия. Картина очень неоднообразна, я могу вам сказать, даже по территории Одесской области, не говоря уже о территории всей Украины, потому что на данный момент мы видим, что есть регионы, которые явно вырвались в лидеры по внедрению энергоэффективных мероприятий, и здесь речь идет не только об ЭСКО-контрактах, а есть, к сожалению, и те области, которые отстают. Мы на хороших позициях, могу сказать, что Одесская область котируется в энергоэффективной сфере на хороших позициях. Розкажіть, за рахунок чого Савранщина вже не перший рік один з лідерів впровадження енергоефективних заходів, і на прикладах, будь ласка, якщо можна. За счет чего нас знают? Скажем так, любое более-менее серьезное мероприятие по энергоэффективности, где затрагивается тема энергосервисных контрактов, не обходится без упоминания Савранского района. Это уже стало таким даже мемом, если ты не сказал о Савранском районе, значит, там ничего не говорили об энергосервисе, потому что хоть мы в этой сфере первопроходцами были по классическому энергосервису, в конце прошлого, в начале этого года, уже 19-го, нам удалось дважды войти в одну и ту же реку. Мы стали первопроходцами еще в другой, более совершенной модели энергосервиса. По сути, Савранский район выступил той экспериментальной площадкой, где были внедрены первый раз в Украине обе модели энергосервисных контрактов. Если говорить, немножко возвращаясь к предыстории, то всерьез работой по энергоэффективности мы занялись в районе с конца 2015 года. В 2016 году уже реализовали первый энергосервисный договор на территории Украины. С тех пор в 2017 году подписали еще два договора, и в 2018 году заложили основу, и в феврале 2019 подписали первый энергосервисный договор по модели углубленного партнерства. Если будет интересно, могу рассказать, в чем отличие классической модели от углубленного партнерства. Звичайно, це такий лікнеп для нашої аудиторії, які повинні розуміти, що який механізм, алгоритм самозаощадження, з чого все починається. Я всегда говорю, что об теме энергосервиса можно говорить очень долго и можно рассматривать его под разным углом. Я эту модель изучил с разных сторон и пытался даже в какой-то степени для понимания процесса поставить себя на место инвестора и понять, что же бы я хотел бы получить, какой уровень взаимодействия с местной громадой, с местными властями хотел получить. И вот благодаря вот такому всестороннему изучению мы, в принципе, выработали оптимальную модель, по которой мы уже двигаемся, как я сказал, с 2015 года. Итак, чем интересен энергосервис? Мы все прекрасно понимаем, что нам досталось очень тяжелое наследие от Советского Союза. По разным оценкам, порядка 100 тысяч бюджетных учреждений, имеется в виду зданий по всей стране, которые так или иначе содержатся за счет бюджетных средств. Это может быть государственный бюджет, это местные бюджеты. Но тем не менее, это то, что лежит мертвым грузом и очень требует колоссальных денег просто хотя бы на поддержание их жизнедеятельности. И эксперты оценивают объем необходимых инвестиций для того, чтобы поднять нашу бюджетную сферу, довести ее до приемлемого класса энергоэффективности, порядка 8,5 миллиардов долларов. Естественно, мы прекрасно понимаем, что таких денег в нашем бюджете, вообще в взведенном бюджете нашей страны, вряд ли когда-то будет, и вряд ли когда-то такие суммы будут выделяться. Поэтому начали искать модели, как же мы можем привлечь внебюджетные средства, но тем не менее решить нашу проблему уже сейчас. И как раз модель энергосервиса помогает решить эту проблему при нулевом вложении бюджетных средств. Если ты прозрачно выстраиваешь отношения со своим партнером, потенциальным ЭСКО-инвестором, ты раскрываешь полностью всю подноготную
того или иного здания, ты показываешь реальную картину, ты допускаешь их представителей, энергоаудиторов, для того, чтобы они просканировали твой объект, для того, чтобы они увидели твою математику, сколько у тебя уходит каждый год, каждый отопительный сезон на оплату отопления, на оплату энергоресурсов. И когда путем математических подсчетов видно, что здесь заложены очень потенциально очень большая экономия, а именно экономия – это то, за что борется ЭСКО-инвестор, и то, в результате чего хочет добиться заказчик, то есть балансодержатель того или иного объекта. И именно экономия является тем, в денежном выражении, что распределяется в разных пропорциях между заказчиком и исполнителем энергосервисных услуг. И если в классической модели, как я говорил, которую мы начали реализовывать с 2016 года, полученная экономия отдавалась в размере 80% исполнителю ЭСКО и 20% оставалось в местном бюджете, то по примеру уже энергосервисного контракта по углубленному партнерству 71% достигнутой экономии уже остается у нас в местном бюджете. Остаток идет на возврат инвестиций энергосервисной компании. То есть мы на данный момент уже будем апробировать несколько иную модель, которая будет позволять сразу же львиную долю экономии, полученной, оставлять у нас. Які самі об'єкти відчули на себе ці принципи, цей алгоритм заощаджень в енергетиці? Я могу вам сказать, что поначалу, конечно, мы были сильно воодушевленные, неопытные в этом плане и думали, что вот только одного нашего желания привлечь энергосервисного инвестора на наши объекты уже будет достаточно. Конечно, методом проб и ошибок мы поняли, что данный подход был неверен, потому что даже для того, чтобы показать, продемонстрировать и предложить какой-то объект инвестору, нужно тщательно его отобрать, понять, что будет ли он интересен ему, захочет ли он туда вкладывать свои деньги, а всегда инвестиции, особенно инвестиции в проект, одной из сторон которых является государство или же местная власть, он всегда подвержен определенным рискам. И нашего украинского инвестора очень тяжело затащить на такие проекты. Но тем не менее, нам это удалось. Как я сказал, мы поначалу думали, что у нас все из всех предлагаемых объектов все выстрелят, будет стопроцентное попадание. К сожалению, это не так. Потом мы исправили свои ошибки, и в конечном итоге те объекты, на которых уже работает ЭСКО-компания, это объекты сферы образования, на данный момент это три школы, и вот четвертая школа, которая стала базой для нового контракта, был подписан договор в феврале этого года. Сейчас в межсезонье будут сделаны уже необходимые мероприятия, и мы будем фиксировать экономию в отопительный сезон 2019-2020 годов. Що саме спричиняє економію після того, як пропрацювали енергосервісні там компанії? Я так розумію, що йдуть поради, да? Тут можна змінити окна, тут можна десь прикрутити вентиль, тут можна перейти на більш ефективні котли. Як це відбувається? Как это происходит? Для начала хочу сказать, что перед тем, как понять, что мы можем предложить и по какому пути нам следовать, мы еще в конце 2015 года заказали у абсолютно независимой сторонней организации комплексный энергоаудит большинства бюджетных учреждений нашего района. Там были помимо сферы образования также и сфера здравоохранения. И получив развернутый анализ по каждому объекту, мы увидели, какие в разрезе каждого объекта, какие энергоэффективные мероприятия дали бы наибольший процент экономии. И я вам могу сказать, что я был именно тем адвокатом проведения подобных мероприятий, проведения независимого энергоаудита для того, чтобы мы просто поняли, правильно ли мы двигаемся. У нас всегда бытовало мнение, что, как улучшить состояние, как
как сэкономить? Да поменяйте окна. Да? Ну, на самом деле не хитрая задача, но я могу сказать, есть один жизненный пример на территории нашего района, где замена окон со старых деревянных, которые были дырявые, неэнергоэффективные, на металлопластиковые, привели к тому, что по сути в школе невозможно было учиться. Была нарушена технология установки окон, и плюс еще были некоторые инженерные просчеты, которые привели к тому, что в некоторых классах во время учебного сезона зимой влажность составляла порядка 70-80%. То есть дети должны были 45 минут сидеть в условиях хамама, вы понимаете? Это, во-первых, вредило их здоровью, во-вторых, распространение всех возможных вирусов и так далее. И в школе грозило, по сути, закрытие. Когда мы привели на этот объект энергосервисную компанию и в рамках реализации попросили устранить данную проблему, мы говорим о нескольких классах, где создалась такая проблема, действительно приехали инженеры, которые посмотрели, что с системой вентиляции, где потоки воздуха проходят. И буквально за несколько месяцев удалось эту проблему решить. Поэтому когда мы говорим о том, что мы и так все знаем, что нужно делать, на самом деле это не так. Есть специалисты, и им нужно доверять, принимать те решения и давать вот этот вот анализ для принятия последующих управленческих решений. Когда мы показали предлагаемые объекты энергосервисной компании, мне сказали, что вот эти мероприятия мы можем, если мы заключаем 10-летний контракт, на тот момент максимальный срок СК контрактов был 10 лет, мы можем выполнить вот эти мероприятия и в результате добиться желаемой экономии. Но могу сказать, по опыту реализации даже первого СК договора, который для нас является таким базовым, экспериментальным. Если изначально компания обещала нам предоставить экономию в размере 28%, то по итогам первого уже отопительного сезона мы получили порядка 50%. То есть на выходе результат оказался практически в два раза больше, чем они минимально гарантировали. Поэтому с воодушевлением мы решили распространять эту практику и на другие объекты. Ну, а вікна знову не пришлось менять? Залишило... Нет, безусловно окна не пришлось менять, потому что это было бы очень дорогостоящим. Вышли из этой ситуации каким образом? Во-первых, разобрались, в чем была причина, почему не циркулировал естественный воздух в классах, в коридорах. Оказалось, что нужно было очень серьезно почистить систему вентиляции, которой никто даже не думал заниматься с момента постройки данного объекта. Я сам был свидетелем, когда из воздуховодов доставали гнезда птиц, там, мумифицированных птичек, и там было все, что угодно. Но вы представьте себе, когда там гнездились птицы, все, что они могли с улицы принести, оно было в воздуховодах. Во-вторых, в тех проблемных классах на металлопластиковые окна были вмонтированы проветриватели. Это такие тоненькие планочки, которые в зависимости от потребностей и температурного режима можно открыть, не открывая само окно. По сути, теплопотери сводятся практически к минимуму, но при этом обеспечивается циркулирование свежего воздуха с улицы. И в некоторых классах, где была наибольшая проблема, поставили электронные рекуператоры. Это специальные такие устройства, которые врезаются в стену. Одна сторона выходит наружу, другая сторона остается в классе. И очень комфортно с помощью пульта, как от кондиционера, вы регулируете, во-первых, степень подачи воздуха извне. Воздух берется свежий, рекуператор его подогревает, и у вас в помещение заходит уже подогретый, но свежий воздух. Поэтому данный вопрос был закрыт при том, что ни одно окно не было заменено, потому что, в принципе, металлопластиковые окна, они сами по себе стандартные, просто не подумав, не задумавшись о
последствиях були поставлені невірно. Як я розумію, у нас в Одесі досі є така мода вже кілька там років на заміну цих вікон, але я не чув, щоб робили весь цей цикл, який ви описали щойно щодо перевірки вентиляції, щодо перевірки там таких засобів щодо постачання свіжого повітря. Це дуже таке цікаве зауваження, як на мене. Олександр, я бажаю успіхів вашій команді в цьому нелегкому труді. Я так розумію, що ви сам будете з лекціями їздити по районах і розповідати, що це дуже непросто, але це неминучий крок, так, наскільки я розумію. Да, я сьогодні виступаю перед аудиторією. В завершенні я сказав, що в любом случае призвал своих коллег пробовать. Потому что, я вам сказал, вы можете очень долгое время хотеть что-то изменить, но если вы не начнете пробовать, то вряд ли у вас что-то получится. Нам было сложно, потому что я называл наш первый договор как путь камикадзе. Все знали, как теоретически это делается, но никто не думал, кто же начнет это практически реализовывать. Вот у нас была воля, в том числе политическая, мы приняли решение и это сделали. Да, нам помогали, нас консультировали в госэнергоэффективности, но если бы не было решительности на местах это сделать, то это бы так и осталось желанием и на словах. Я призвал сегодня присутствующих в аудитории, по крайней мере, начните. Не у всех получится, но на выходе вы почувствуете удовольствие от полученных результатов. И то, что на территории Одесской области не так много органов местного самоуправления, которые всерьез этим занялись, свидетельствует о том, что или же нежелание вступать во что-то неизведанное, или же просто еще какая-то занимают коллеги выжидательную позицию. Я сегодня призвал, начните, и у вас все получится. Чекаємо на практичні приклади, нові приклади на Савранщині і практичні успіхи. Дякую вам, пане Олександре. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.